Доступная и качественная медицинская помощь – одно из приоритетных направлений развития системы здравоохранения. Однако автопарк требует постоянного обновления. Могилевский облсполком выделил из бюджета около 4 миллионов на приобретение машин специального назначения – легковые, скорые, реанимобили и даже передвижной комплекс. Благодаря этому новый транспорт отправился в каждый район области. Это результат нашей работы, работы экономики нашего региона. И результат того отношения государства, которое оно оказывает системе здравоохранения и образования. У нас же социально ориентированное государство. И мы вкладываем деньги в то, что нужно. Самое главное, в наших людей. Мы системе здравоохранения придаем большое внимание и несколько раз собирались, обсуждали различные подходы. Это создание нашей многоуровневой системы оказания медицинской помощи. Это строительство, ремонт наших больниц и поликлиник. Бобруйск получил 7 легковушек марки «Джили». Современный комфортабельный транспорт распределен между БЦБ, детской больницей, поликлиниками номер 1, 2, 3, 6 и 7. Плюсы модели М-Грант – хороший уровень шумоизоляции, экономичность потребления топлива и просторный салон. Авто оборудовано подушками безопасности, климат-контролем, парктрониками и камерами заднего вида. Медицинские работники выезжают к пациентам, у которых ограничения по передвижению, нетранспортабельным пациентам, для оказания им медицинской помощи на дому. Сюда входят и консультации врачей-специалистов, проведение исследований на дому, забор материала для проведения лабораторных исследований и снятие электрокардиограммы. Незадолго до этого Банк развития в рамках поручения Совмина подарил Бобруйску 2 автомобиля Купава. Их получила станция скорой и неотложной медицинской помощи. Микроавтобусы созданы на базе отечественного шасси МАЗ. В салоне удобное приемное устройство с тележкой-каталкой. Механизмы фиксации носилок позволяют оперативно и без затруднений извлечь их и проводить необходимые манипуляции. Кроме того, реанимобиль оснащен системой кислородной разводки. Ну и мы в целом видим внимание нашего государства к системе здравоохранения. Особенно видим то, что нам ближе это внимание к здравоохранению нашего города, к скорой помощи. Мы получаем новые автомобили, пользуемся новым оборудованием. Это очень приятно. Бобруйску, к слову, первому передали современные скорые в рамках программы ускоренного развития городов с населением 80 тысяч плюс. По плану в этом году медики должны получить еще 2 специализированных автомобиля и столько же в 2024-м. Ведь вовремя доехать до каждого пациента, оказать качественную и своевременную медицинскую помощь – главная задача специалистов. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.